Если вы еще ни разу не пробовали хачины, то обязательно приготовьте эти удивительные лепешки с начинкой из картофельного пюре, это действительно очень вкусно и совсем не сложно, предлагаю рецепт. Хотелось бы поделиться с вами очень классным вариантом, как приготовить хачины с картошкой, в начинке удобно использовать заранее сваренное пюре, например, оставшееся после обеда или ужина. Кроме того, в пюре можно добавить измельченную зелень или тертый сыр, например. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. В небольшую мисочку налейте кефир и добавьте соду, аккуратно все перемешайте, просейте сверху муку солью. 2. Замесите крутое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на полчасика. 3. Достаньте тесто, разделите его на 6-8 частей. 4. Разомните каждый шарик в лепешку, а в центр выложите начинку. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Плотно заверните края, ладошкой разомните, чтобы получилась ровная лепешка. 6. Жарьте хачины с картошкой на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Перед подачей выложите сверху кусочек сливочного масла и разрежьте лепешку на 4 части. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Кефир 1 стакан, мука 2-5-3 стакана, сода 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка, картофельное пюре 200 грамм, примерно, сливочное масло, по вкусу, количество порций 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Буду скучать без вас.